Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Первым бездыханное тело Андрея Панина обнаружил Геннадий Русин. Директор и друг актера уверен, что звезде кино помогли отправиться на тот свет. По словам мужчины, это подтверждает и сам артист, который приходит ему во снах. Незадолго до смерти Панин общался с Русиным. Тогда актер отправил товарищу скупое сообщение, а после перестал выходить на связь. Забеспокоившись, Геннадий поехал к другу. То, что произошло в квартире и то, что я там увидел, я не криминалист, но тут не нужно быть криминалистом, чтобы проанализировать увиденное и понять, что человек не мог так талантливо себя убить, именно талантливо. Упасть так, чтобы сломать себе нос, челюсть, брови, сбить руки, колени, тем более удариться об крышку унитаза. Это нужно было с разбегу прыгнуть, развернуться, чтобы удариться. Вспомнил Русин в шоу «Новые русские сенсации» на канале НТВ. Геннадий не сомневается, что артисту помогли свести счеты с жизнью. Как заявил Русин, он не успокоится до тех пор, пока причастных к смерти Панина не найдут. «Я лежу на диване и иногда чувствую, как кто-то меня обнимает. Кто-то садится на одеяло и тянет его. Может, это психоз мой, но я действительно чувствовал это. Андрей во сне сказал, что убийц найдут и накажут. Попросил меня не париться», — сообщил директор актера. Русин сделал все, чтобы справедливость восторжествовала. К слову, мужчина чувствует и свою вину, ведь он не сразу заподозрил неладное. «Если бы я приехал на сутки раньше, никогда себе этого не прощу. В квартире нашли водку, но Андрюха никогда ее не пил. Это для него ацетон был. Вообще много моментов, которые не свойственны для Андрюхи. Телевизор почему-то был перенесен в другое место. Будем разбираться», — заключил Геннадий в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ. В марте 2013-го в собственной квартире на юге Москвы было найдено тело Андрея Панина. Внезапная смерть 50-летнего артиста до сих пор окутана загадками и вызывает много вопросов. Близкий друг погибшего, актер Игорь Миркурбанов, поделился своим видением трагедии. Следствие постановило, что актер умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. По одной из версий оперативников, актер мог упасть, будучи пьяным, по другой произошло убийство. Но Миркурбанов уверяет, что незадолго до кончины Панин вел трезвый образ жизни. «Думаю, с ним произошло что-то ужасное», — поделился актер на передаче «Судьба человека» канала «Россия-1». «Но это мои версии и подозрения. Не знаю всех подробностей. Андрей был в прекрасной форме, не пил в последнее время. Очень следил за своим здоровьем. Панин страдал, да, но это не было алкогольным забытьем. В этом есть моя боль и неуспокоенность». Игорь Миркурбанов вспомнил также последний разговор с товарищем. «Мы встретились на Мосфильме. Он как раз приехал с отдыха, загорелый, стройный, красивый, невероятно», — продолжает Игорь Витальевич. «Он все делал легко и шутя, по крайней мере, так было в наших отношениях. При этом Андрея можно было с уверенностью назвать очень сильным и глубоким человеком. Мне горько от того, что я никогда не осознаю. Ему было больно, он страдал. Андрей отчаянно боролся за свою жизнь, так мне кажется. У Андрея Панина осталось трое детей. Дочь Надя от первого брака с Татьяной Французовой. И сыновья Александр и Петр, рожденные в союзе с Натальей Рогожкиной. Один из парней, по словам Миркурбанова, скоро начнет сниматься в кино. Дай Боже им сил пережить все это», — заключил актер.